Ну что, вот и спойлер вам следующих роликов. Узнаете технику? UBR-125, в простонародье ёбрик. Вот там наша братва баджаджевская сзади. Ну все, видите, как хозяин баджаджа и хозяин ёбрика нашли друг друга. Все, у них там уже обсуждение резины пошло, дай посидеть, дай прокатиться сейчас будет. Но Серега у нас устал после дороги, хочет отдыхать. Будет вам обзор. Это уже тоже боевой ёбрик. Так, 13 347. Ну, примерно один и тот же пробег, кстати, что у баджаджа, что у ёбрика. Это очень здорово. Ну, это следы старых падений. И я, и брат Солоно падали на маленьких скоростях. В основном это на гравии. Вот оно, лакшери. Хром. У нас хром только на Авенджере присутствует. 14-й год, да, купил. И получается, 13-го года выпуск в салоне брал новый. Гера у нас чуть пониже, Серега 1,80 м. Вот уже и банда собралась. Так что подписывайтесь на канал, все будет в порядке. Будут вам интересные обзоры, сравнения и реальные отзывы. Никто мне ни за что не платит, так что не переживайте. Никому я не нужен, таких горе-блогеров миллионы. Ладно, поедем пить чай из моего самовара. Все, голодные уже, есть охота. Серегу отправим домой, а про ёбрик попозже немного снимем. Всем пока.